Привет, мои дорогие зрители! Очень рада вас снова видеть у себя в гостях. И сегодня давайте прогуляемся по фамилии, посмотрим, какие у нас сумочки в фамилии. Давно мы не снимали такие видео. И давайте я, как всегда, буду сравнивать, но в большей степени, конечно, ищу сумочки именно такой фирмы, либо похожие именно модели, но именно этой фирмы, потому что не всегда есть точно такие же по причине того, что снимают их с производства или уже распроданы все, так что буду вам показывать примерно такие же, но если найду такие же, то обязательно сравню. Посмотрите, какая хорошенькая сумочка от Дэвида Джонса. В интернете она примерно эта же сумочка, 2699. То есть, кстати, очень хорошо сделана. Да, это не кожа, но качество отменное. Очень хорошая фурнитура. Так что присмотритесь. Я сама покупала из такой же, ну, как бы это эко-кожа. И носится просто замечательно. Вообще нареканий никаких нет. И зимой, и летом, как говорится, все отлично. А здесь она стоит 1599. Мне кажется, для такой сумочки отличная цена, и цвет просто замечательный. Он такой вот яркий, красивый, мне очень понравилось. Вот отличная сумочка, шопер от компании Attack, да. Вот такая вот за 2499 в интернете, она же только в другом цвете, 2699. Не забывайте еще про скидки фамилии, по понедельникам 7%, со вторника по пятницу 5%. Бонус все-таки тоже приятный. Но шопер мне очень понравился, очень хорошо и качественно сделан. Фурнитура также замечательная, так что, кто искал, мне кажется, смотреться будет очень хорошо. И вот модная, стеганая, как сейчас прям в тренде, как говорится. Одно бы мне очень понравилось, вот этот кроссбоди, такая симпатичная сумочка, всего 1539, в интернете они стоят 4 с лишним тысячи. Вообще, эта компания достаточно хорошая, мне очень нравится их качество, просто вот и модели у них очень актуальные, симпатичные, цвет, кстати, такой приятный, нюдовый, очень подойдет к любому, мне кажется, сезону, так что, кто искал что-то подобное, посмотрите, цена, мне кажется, просто замечательная на такую сумочку. Еще нашла, посмотрите, какую интересную сумочку, вот такой вот. Ну, мне кажется, это больше за 1299, так вот, для какого-то образа интересного. Ну, цвет мне очень понравился, он такой приятно лавандовый, не кричащий. Ну, наверное, туда можно положить помадку и сходить в театр, как говорится. Очень симпатичная, милая сумочка. Ну, почему бы и нет, да? В общем-то, не самая большая цена. Ну, а сумочка очень милая, вот на такой кнопочке, и такая очень приятная цепочечка у нее. Думаю, что подойдет к многим образом, очень симпатично. Вот такая вот розовая сумочка от Steve Madden. 6490 они стоят в интернете этой фирмы. Здесь 3999, отлично, согласитесь, скидка. Тоже качество замечательное, она небольшая совсем, но достаточно вместительная, мне кажется, поместится многое. Ну и вот такой вот еще приятный ремешок мне очень понравился. Ну, Desigual, конечно, все знают, 3440 рублей она сейчас стоит в интернете, 1399 здесь на лето, девчонки. Это просто бомба, а не сумка будет. Очень приятная, красивая и, кстати, действительно вместительная. Ну, а расцветки такие подойдут к любому образу. Вот эта сумка мне очень понравилась, она из натуральной кожи. 6540 рублей она стоит в интернете, и то по скидке. Это у меня что-то зацепилось, не очень удобно снимать одной рукой, конечно, показывать. Но ничего уж, извините. Вот, Гильда Тонелли. И цена у нее здесь 5990 рублей, 6540 в магазинах. Ну, тоже неплохая скидка. Сумка просто замечательный, цвет невероятно красивый и очень-очень приятный. Ну, а вот такая вот сумочка. За 1290 нашла ее в интернете. Это поясная сумка, достаточно вместительная, от Monki. Это, конечно, кожзаменитель такой, скажем так, нормальный. 799 рублей, но супер. Отличная цена, вполне себе. И вообще я очень люблю сумки такие, мне очень нравятся поясные сумки, это прямо удобно, скажем так. Вот такая вот сумочка, нашла ее в интернете 1999, нашла в интернете за 3370, просто в другой расцветке немножко, то есть, ну, плюс-минус модель,
такая же, то есть у них есть такая коллекция. Ну, в общем, симпатично смотрится, очень так неброско, классно, мне понравилось. А вот этот вот шопер от Стив Маден, о, очень классный. Девчонки прям замечательно смотрятся, ну, не знаю, очень дорого, как-то качественно, не знаю, прям понравился очень сильно. Нашла его в интернете за 4490 рублей, в магазине «Фамилия» 3999, не забываем еще про скидку. Так что, ну, мне кажется, хороший вариант для такого шопера. И носиться, я думаю, будет долго. Так что покупайте. Вот очень мне понравились вот такие вот сумки. Их тут несколько цветов. Это натуральная кожа. 3599. Небольшие кроссбоди. Но посмотрите на этот цвет. Ну, просто вообще супер. Здесь их, кстати, несколько было. От Дэвида Джонса еще вот за 1799, сумка тоже мне очень понравилась, очень лаконичная, черная, с такими вот надписями «Дэвид Джонс». Вообще не очень люблю, конечно, логоманию вот такую вот, но кто любит, в принципе, она не сильно бросается в глаза, очень симпатично смотрится. 3999 она стоит в интернете. Вот такую же еще от Apart, как вот эта вот, такая есть черная, и еще в бежевом будет цвете. Очень классный, мне нравится вот эта мягкая, вот она, видите, такая бежево-золотая. Мягкая кожа, вообще супер красиво смотрится. И сейчас на лето 3599, мне кажется, будет отлично смотреться. В общем, присмотритесь, кто что-то искал, подобное качество отличное. Стив Маден еще вот такая маленькая, розовенькая сумочка, 2799 в интернете. Они, я вам уже показывала, больше 6000 эта компания. Сумки у них. Сумка классная, смотрится здорово. Вот эти вот ручки мне еще очень нравятся у них. Можно и такую ручку, и такую. Очень замечательно. От Apart классный рюкзачок. Посмотрите, не такой большой. Вообще вот у Apart очень классная фурнитура. Качество замечательное. 3500. Ну, кто искал рюкзачок, такой, знаете, небольшой. Прям вот отличный вариант. И качество на высоте. Ну, вот мое мнение, честно. Качество на высоте. И вообще, кто любит носить рюкзаки, тот, конечно, будет в восторге. От Beverly Hills Polo Club вот такие сумки. 2659. В интернете они вообще намного все дороже от этой сумки, от этой фирмы. Вообще, это, конечно, не кожа, но у них очень качественные материалы, очень качественная фурнитура. Сшито вообще все, вот знаете, без каких-либо нареканий. Вот такие шоперы Beverly Hills Polo Club 5110, они стоят в интернете. Вот, я нашла вам самые недорогие. Здесь они в районе 3,5 все тысяч стоят. Они вместительные, большие. Ну, мне кажется, кто ищет, просто супер. И от кожи, если честно, вот вам скажу, не отличить. Вот такая интересная сумочка нашла этой же фирмы, почти такую же, за 3890. Ну, такой вот, знаете, скажем так, больше выходной, наверное, мне кажется, вариант. Очень интересная у него застежка, сейчас вам покажу. Продевается и закрывается вот так вот, как бы прокручивается. Мне очень понравилось, интересно сделано. Посмотрите, ну здорово, да? Это фирма «Богини», 1799 рублей. Всего лишь здесь очень качественно сделано, супер. Но еще вот от Стив Маден вот такая моделька. Она сейчас очень актуальна в интернете. 6245 рублей я нашла ее в интернете. Именно ее. Здесь она стоит 3999. Ну, согласитесь, 50%. Вообще очень актуальная модель. Сейчас она достаточно в тренде. И посмотрите, какая замечательная подкладка. Ну, просто вот. Будет заглядывать в сумку всегда приятно. Вот это точно, подкладка имеет значение, как говорится. Единственное, что мне не очень нравится вот такая странная застежка. Ее как бы не очень удобно застегивать. Конечно, я одной рукой это делаю, но все равно, мне кажется, не очень удобно. Еще одна от Polo Club сумочка вот такого вот серого цвета за 3499. Ну, Polo Club стоит намного дороже. Кстати, тут прям много отделений. И мне что понравилось, в середине отделения она тоже есть, то есть оно не насквозь, оно вот именно есть, это отделение. В общем, мне очень понравилась, классная сумка. И тоже у них замечательные подкладки и качество вообще без нареканий. Так что, кто и цвет не отличный, кто ищет, приходите. Ну, а я на этом буду с вами прощаться. Всем огромное спасибо, что оставались со мной до конца. Подписывайтесь, оставляйте комментарии, мне так приятно их читать. Ну, а я буду стараться для вас снимать видео все лучше и лучше.
Поэтому до новых встреч. Пока-пока.